горы покрыты богатой растительностью. Но самое красивое дерево на Кубе – это пальма. Они ее называют королевской. Она у них на символе, на флаге. Вот это королевская пальма. Такой красивый вид. Горы и пальмы. Настоящий кубинец и темный, и белый, и мулат, все кубинцы. Так что? Тринидад. Первый испанский город. По лыжной мостовой идем. Музей под открытым небом. Тринидад. Каждый дом – это история. Страшные разные цвета с балкончиками, с решетками. Говорят, было дерево хивы, вот это хивы, но представьте себе, большое хивы. Это уже сажали, когда отмечали 500 лет. Так что 10 лет как сажали вот это хивы. Даже ресторан так и называли. Хивы. Так что вот место, где основали Сантисима Тривия. Хорошо? Очень колоритный город, потрясающий. Здесь идет только бен. Здесь было 4 квартала вокруг этого. Смотрите, вот решетки, которые здесь. Смотрите, когда положили. 1868. Делали Пенсильванию. США. И смотрите, нормально, как будто вчера делали. Да. Видите как? Конечки тоже. Это в Гаване. Нет, мы еще немножко ходим и кое-что покажу. Смотрели, что в ручатке на улице. Говорят, корабли из Европы сюда, чтобы балласт был. Вот на этом месте, именно здесь, был заложен город Тринидад. Именно здесь. Здесь посадили дерево. Память об этом событии. Государственный магазин. Стыпо. И вот двухэтажные дома. Деревянные, одноэтажные. Конечно, чудесные. Когда карета здесь, в этом городе, был фестиваль Это здесь, где почти
хивы, танцевать, слушать музыку, попробовать кончать. Танцуют туристы по вечерам. Вот свободные комнаты, пожалуйста, вакантру. Сейчас у вас будет свободное время, можете больше поторопироваться. А сколько комнат здесь вот написано, свободные комнаты? Сколько сумки? Ну, приблизительно. Quantas habitaciones tiene usted en Carquilla? Три. Три комнаты. 16 века. Стулья. А, que cuánto cuesta? Стул. Люстра. $25 по евро за ночь. Хозяин этого дома 17 века осталась одна только наследница Кристина Беккер. Люстра все 17 века. Умывальник с краником. Бар. Черепичная крыша. Старинный бар. Частного правильно мужчина говорил, тут, наверное, дома. Тут у них и сувениры продажи, и старинные фотографии на стенах. В общем, владельцы еще тех времен, потомки. Со старинной мебелью все. Ох, как колоритно. Сюда въезжал повозки, сюда въезжали кони. И, наверное, здесь останавливались. Одна из улиц Тринидада. В разных цветах выкрашены фасады. Вот заметно здесь разницу обеспечения. Богатые дома двухэтажные с деревянными
решетками отличаются от одноэтажных. Но все-таки это каменные дома, это очень добротные. И когда-то это здесь ну, процветало все. 700 каких-то годов. Да. Интерьер одной из ресторанов. Закрываются на ночь вот эти громадные ворота. Внутренний дворик, патио. Вот он, в таком виде, в котором дошел до нас из глубины веков. На стенах Иисус Христос, Дева Мария, культ Девы Марии особенно чувствуется здесь, в углу. И старинная мебель деревянная, облупленные стены. Ой, история остановилась. Шикарно. И новогодняя елочка нарядная. Это ручная работа. Вышивка, кружева. Домашняя обстановка такая. Телевизор, кресло, комната. Одна из улиц Тринидада, тоже перекресток дорог, наживленная, но народ, это все туристы ходят, а местные жители что-то предлагают. Вот такая радуга на небе. Радуга во все небо. Ой, какое явление интересное. Вся эта старина с лошадками. С этими людьми, которые хотят помощи, но не знаю. Я уже все отдала, все, что такое можно. Вот в этом дворце, во дворе, стоит настоящая карета. Следы росписи. Вот. Здесь держались фонари. Сейчас здесь магазины.